Обязательная проверка перед отопительным сезоном. Гидравлические испытания сетей котельных 4А, 5А и 12 позади. Готовятся и другие предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В водоканале сегодня трудится около 450 человек. Проделали большую работу. Отчет о деятельности предприятия далее. За последние 20 лет водоканал вел большую работу. Меняли аварийные сети на новые. Избавлялись от устаревших чугунных труб, дворовых и внутриквартальных. Сейчас трубы из полиэтилена низкого давления, которые прослужат до 40 лет. Всего в Междуреченске 160 километров водопроводных сетей. На данный момент ветхих осталось менее 30 километров. В этом году поменяли участок от улицы Весенней до улицы Юности. До этого мы меняли от Лазо до Весенней. В прошлом году делали участок от Кузнецкой до Юдина. Теперь аварии с отключением в городе в прошлом. Однако у жителей частного сектора вопрос водоотведения и водоснабжения стоит остро. В этом году провели масштабные работы по улице Сыркашинская. Заменили сгнившие трубы. Обещают, что зимой наледи на дорогах не будет. В планах работы в Старом Междуречье – это улицы Березовая, Набережная, 8 марта. И в поселке Альджирас, где трубопроводы находятся в плачевном состоянии.